писать в суде якорь, рассматривается жалоба ее Кумбова на постановление Кировского районного суда и с публикатором 18-12-17 года по делу 5-207-2017 установил. Постановление Кировского районного суда и с публикатором 18-12-17 года по делу 5-207-2017 Якубов признан виновным в совершении административных нарушений по части 5 статьи 20.2 КОАП Российской Федерации, подвергнутый административному наказанию в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей. Согласно указанному постановлению, Якубов обратился с жалобой, как и просит указанное постановление отменить производство дела прекратить с отсутствием состава административного нарушения. Судебное заседание, которое состоялось 21.02, встретили Якубова с Едалью, заявил ходатайство о вызывающей судьи Яковлева по причине того, что судью Яковлеву было отказано в удовлетворении ходатайства персонажа жалобы в стране Кировского районного суда республики 18-12-17 года по делу 5-207-2017. Якубов поддержал указанное ходатайство своего представителя в отводе председателя судьи Яковлева. Согласно статье 29.2 КОАП Российской Федерации, судья член регионального приглашенного лицо, на рассмотрение которого передано дело об административном нарушении, не могут рассматривать данное дело в случае, если это лицо является родственником лица, в отношении которого ведется производство по делу на все отношения, хотя в первую закон представитель физического юридического защитника или представителя, лично, прямо или косвенно заинтересованного в разрешении дела. Наличие информации о непроцессуальном общении, поступившем в суде по находящемуся в производстве дела на все отношения, само по себе не может рассматриваться качественно для отвода судьи. В соответствии с 23.29.4 при наличии обстоятельств, предусмотренных частью 1 статьи 29 до настоящего кодекса, судья, член регионального органа, должностного лица обязаны заявиться в ВОД. Заявление самоотводе является представительством. При наличии обстоятельств, предусмотренных статьей 29.2 настоящего кодекса, лицо, точнее, которое лицо производство по делу на стене отношений, потерпевшие законы представителей, физической и юридической защиты, представитель прокурор, право заявить отвод судьи, члена регионального органа, должностному лицу. Заявление об отводе рассматривает судью органа должностным лицом, производство которого находится дело в административном нарушении. По результатам рассмотрения заявления о самоотводе или об отводе судьи, член регионального органа должностного лица рассматривает дело в административном нарушении, носит определение об удовлетворении заявления, либо об отказе в удовлетворении. Изучив ходатайство представителя Якубова Сидалиева об отводе представителя судьи Яковлева, установлено, что представитель Якубова не приведены основания для отвода судьи, предусмотрены процессуальным законом, а именно статьей 29.2. Материал дела не содержит. И участники производства по делу непризнанные обстоятельства, в том, что председатель судьи якобы прямо или косвенно заинтересован в исходе дела, либо существует сомнение в его объективности и беспристрастности, вследствие чего отсутствует основание для удовлетворения ходатайства представителя Якубова Сидалиева об отводе председателя судьи якобы. В ходе 29.2, 29.3.4 КОАП Российской Федерации определил отказать представителю Якубова Сидалиеву в удовлетворении ходатайства об отводе председателя судьи якобы, рассматривающего жалобу Якубова на постановление Кировского районного суда и сколько на 18-12-2017 года по делу 5-207-2017. Понятно? Продолжается рассмотрение. Есть какие-то обстоятельства, на которые необходимо обратить внимание суда, лицо привлекает за обмен ответственности или его представитель? Ваша честь, хотел бы одно из обстоятельств подчеркнуть, потому что у этого человека, как говорится, имеется многодетная семья, имеется трое малолетних детей на иждивении его. И хотел бы обратить ваше внимание на то, что здравомыслящему человеку в голову не придет пойти и нарушать законодательство Российской Федерации для того, чтобы добиться своих каких-то непонятных мотивов, как пишутся там, и подвергнуть, как говорится, свою семью и себя преследованием и привлечению к административной ответственности, что скажется на всей его семье. Поэтому прошу это учесть и... если не закрыть, как говорится, вообще требую прекратить это рассмотрение административного правонарушения. Но если не прекратиться, хотя бы учесть все эти смягчающие факторы и как-нибудь понизить. Если понизить, то вы тогда признаете факт совершения административного правонарушения? Нет. Вы что-то будете добавлять? А у вас по паспорту двое детей? По паспорту, да, третьим. А он недавно родился, что ли? Не недавно, он просто паспорт, стол, час работает, неделю. Ну, а ребенок третий когда родился? 10. 13. 3 годика. Что-то будет еще?